Шизофреник теряет связь с реальностью, как только у него появляется синдром Кандинского-Клерамбо. Также известный как синдром психического автоматизма, он является разновидностью галлюцинаторно-параноидного синдрома, характеризующегося бредовыми идеями и галлюцинациями. Синдром Кандинского-Клерамбо связан с дезавтоматизацией психической деятельности, что приводит к ощущению отчужденности собственных мыслей, ощущений и действий. Главным проявлением синдрома являются психические автоматизмы, патологическое ощущение сделанности, навязанности и внушенности мыслей, эмоций и действий. Пациенты убеждены, что на них воздействуют различные виды энергии. Кроме автоматизмов, синдром может проявляться псевдогаллюцинациями.